В общем, деревня Каскара, если ехать со стороны Тобольска, со стороны Сургута и как бы в сторону Тюмени двигаться, то в деревне Каскара в этом направлении нет ни одного шиномонтажа. Ни одного. С той стороны дороги тут двухполосная в одну сторону. Две полосы в другую, то есть четырехполосное движение с разделением отбойниками, и разворота в этой деревне нету, абсолютно вообще нету. Да, блин, весело. Вот один единственный шиномонтаж. Я так понимаю, что это крайний вообще шиномонтаж попался мне. Написано 24 часа, все дела. Но, несмотря на то, что сегодня понедельник, данный сервис не работает. И время, как бы, в принципе, уже сколько где время? А, время уже 20 минут 12, 11. В принципе, это время-то не раннее. И не обед. Непонятно, почему автосервис не работает. Хотя написано, конечно, красиво. 24 часа. Дошифровка, аварка, правка. Вот он, этот сервис. Так вот он выглядит. Но по факту результата от него ноль. Так что имейте в виду, все, кто едут со стороны Сургута в сторону Тюмени, деревня Каскара, шиномонтажей нет. Нет, вообще. С той стороны есть, то есть был там переход, там был автомагазин, что-то еще такое типа. Я около этого перехода встал, а там стоял таксист какой-то местный таксист. Я говорю: слушай, друг, есть там дальше шиномонтажи? Он говорит: конечно, есть, давай езжай. Помог мне нафиг, лучше бы я сходил по пешеходному переходу там под надземным и решил бы, наверное, уже этот вопрос. А в итоге, послушав, блин, местных таксистов, блин, я опять прилип в ситуацию. Да, он вроде есть вот здесь, блин, но до него, блин, ехать 5 километров было от того места, где я встал. И, блин, история печальная, конечно. Он еще и закрытый, к тому же, ко всему прочему.